Я вас приветствую, товарищи. Давненько мы не публиковали моих студентов, их результаты работы, например, соло-кавера. А ведь накопилось достаточно много, и вот я решил продолжить эту добрую традицию. В отличие от моих коллег, например, Никиты Могилевцева или Велена Хованского, я это буду делать немного иначе. Я буду разговаривать больше в целом, там, про музыку, про какой-то общий подход к разбору подобных вещей. И вот сегодня Слэш, который, как принято считать, играть не умеет. Ну, в моем понимании, умеет, но мы сейчас об этом поговорим. Давайте для начала заценим видео в исполнении одного из моих студентов. Он играл композицию «Ain't Life Is Grand» из сольного проекта Слэша, который называется «Slash Snake Pit». Погнали! Вот соло, на первый взгляд, ничего сложного, никаких скоростных пассажей, адских вертушек там и прочей гилбертовщины. И это совершенно не значит, что данное соло, оно простое. Мы сейчас об этом будем говорить, но не зря здесь я начал вообще со Слэша, и вообще Слэша поставил и на обложку видео, наверное, сделаемое, и всякое такое, типа хайп, да, естественно, хайп. Вот, например, Юра Шильников отлично развил вот эту тему, умеет ли там такой-то играть на гитаре. Люди смотрят, посмотрите, сколько просмотров, отлично. Многие начали смотреть и делать точно так же, и называть даже видео точно так же, умеет ли тот-то играть на гитаре. Но ну вот, я сделал точно так же. И чё? Мы, я помню, с Юрой адски угорали над исполнением Слэшем гимна американского перед каким-то там, у них традиция, это футбольный матч или на стадионе, короче, он играл на гитаре. Играл криво, косо, просто вот упасть, умереть и не встать. И, в общем-то, да, очевидно, что там сыграно-то все плохо, но умеет ли он играть на гитаре? Судя по этому соло и по его оригиналу, на мой взгляд, да. Тут вопрос, на самом деле, в моем понимании, в другом. Да, такие люди, как тот же самый Слэш или Хеммет, они не такие дикие виртуозы, как там какие-нибудь Гованы, Стивы Вай и прочее. То есть они не могут так пальнуть через весь гриф, там, например, или всадить там так, что известный орган в рубашку завернется и всякое подобное. Ну, нет, разумеется. Но если мы посмотрим на базовые такие, самые основные вещи, которые здесь были, я их сейчас немного покажу, то внезапно окажется, что бенды попадают туда, куда надо, вибрато ровненький и аккуратный, все там здорово, да, всякие микробенды, все соблюдено, то есть все фирменные вот эти краски, которые сразу выдают человека, который умеет играть на гитаре, они здесь есть. То, что подобные люди позволяют себе, например, выходить на сцену пьяными просто в дупелину, например, или угашенными, или еще какими-то. Ну, это на самом деле, в моем понимании, касается лишь только их моральных качеств. Я такое лично не одобряю. Когда ты выходишь на сцену, надо понимать, что люди пришли посмотреть на тебя, они заплатили за это деньги. Тебе, в том числе, заплатили за это деньги. Решать на сцене какие-то личные вопросы с другими участниками группы, как говорят, поступал Ричи Блэкмор очень часто, или выходить просто пьяным в говнище, или, например, разбудуна Сацкого и не суметь сыграть три ноты, на мой взгляд, это неправильно по отношению к зрителям. Лично я такое решительно осуждаю. Но на альбомах я часто слышу, что Слэш играет так, как надо. И здесь, с другой стороны, мне, как слушателю, совершенно все равно, что это он, например, может играть только трезвый вот так. Или он так может играть только предварительно позанимавшись 5 часов. А позаниматься его заставляет продюсер, например. Или, например, он такое может выдать только там со 100-500 дубля. Или нужно, чтобы на него наставили автомат Калашникова для того, чтобы он такое сыграл. Мне по барабану, как слушателю. Я послушал, мне понравилось, мне в данном случае понравилось. И, соответственно, из этого я делаю вывод, что тот, кто это сыграл, он сыграл это хорошо, качественно, объективно. Что же здесь было? Какие здесь были сложности, в том числе у моего студента? И на самом деле 99% тех, кто в интернете вопит, что да, он играть не умеет вообще, вы не сыграете даже половину этого соло. Попробуйте, если хотите, и если я не прав, оспорьте. Здесь, на самом деле, начинается все с унисонного бенда, который уже сам по себе
очень у многих не получается. То есть задача унисонного бенда — просто попасть одной ноты в другую, то есть бендом попасть в статичную ноту. У меня это будет не очень хорошо строить, потому что у меня тремоло, и оно при подтягивании струны поедет вниз. Но мы должны добиться вот этого, то есть чтобы две ноты как бы они сошлись в унисон. При этом у унисонного бенда у него есть такая особенность: когда мы его дотягиваем вот постепенно, он делает вот эту офигенную вот эту штуку. То есть если мы просто воткнем его сразу, этого эффекта не будет. А если сделаем вот так, будет вот это вот прикольное пересечение ноты. Очень круто. Он делает это дважды подряд. Хорошо, вы кое-как с 10-й попытки можете попасть бенд, просто бенд. Но он это делает это два раза. И еще и вибрирует его потом. То есть вот на этом, на самом деле, вот на этих вот двух всего нотах, ну, не нотах, двух приемов, уже большинство просто отсеется, просто сядет в лужу. Почему? Да потому что вы не умеете в массе своей играть унисонные бенды, не умеете бендовые вибрато делать, не умеете ноту в ноту попадать и даже не слышите, попали ли вы в ноту или нет. Ну хорошо, мы продолжаем. Например, следующий он делает бенд на полтона и тоже его вибрирует. И дальше такой момент, у меня даже упражнение есть во всех формах обучения, во всех программах. Микробенды — это фраза, которая сыграна вот таким образом. Я имею в виду в оригинале соло, да? Внимание, она не сыграна вот так. Я уверен, что многие даже не поняли разницы и не поняли, в чем, собственно, фишка. А фишка вот в этой ноте. Он ее играет не просто так вот по-пионерски, так вот по-топорному, так вот как вот, вот просто взял и сыграл две ноты. Нет, он играет не так, а он играет вот так. Вот этот микробенд. Опять же, большинство подавляющих из вас не умеет делать правильно. А ведь еще Гатри Гован в одном из своих видео, которое тоже посвящено бендам, вибрато, всей вот этой тематике, он говорил, что, например, если вы вот этот микробенд спускаете, как вы все делаете, я называю это Чубакка-бендом, вы все теряете сразу же его драматизм, его напор, вот этот эмоциональный накал. У вас его просто нет. И получается, у вас в лучшем случае это будет звучать вот так. Ну что это такое? Ну Слэш-то играет не так. Он играет гораздо круче и гораздо грамотнее. Пусть с миллионной попытки, пусть под дулом автомата Калашникова, но он это делает. А вы нет. И дальше. Дальше, в принципе, все то же самое. То есть основа – это те же самые приемы. Бенды, вибрато, унисонные бенды, микробенды, что важно. Он то же самое повторяет в октаву. Вот здесь то же самое. Вот это вот. Попробуйте просто две ноты сделать вот так. И вы сразу услышите, что у вас либо дырка есть, либо опускаете этот микробенд, либо вы его делаете вот так вот. Но согласитесь, звучит-то совсем не так. Микробенд делается по-другому. Об этом еще Никита Могилевцев недавно рассказывал в одном из своих видео, посвященных микробендам. И вот из всего вот этого состоит вот это соло, по большому счету. То есть, в основном, не нужно никаких скоростных пассажей или там адских свипов для того, чтобы понять, умеет человек или не умеет играть на гитаре. Вот в данном случае Слэш очевидно, что умеет играть. В какие-то моменты, да, к сожалению, он позволяет себе выходить на сцену в известном состоянии и не суметь там связать три ноты между собой. Плохо это? Ну, это так же плохо, как когда актер, артист выходит на сцену, например, театра, бухой там просто в кал и не может, и начинает факи вот так показывать в зрительный зал. К сожалению, такое тоже бывает. Хорошо это? Ну, на мой взгляд, это неуважение просто к зрителям. Хорошо, товарищи, я сказал все, что хотел. Занимайтесь музыкой, занимайтесь на гитаре. Всем пока.